Я еду, честно, очень мучаюсь, тороплюсь. Так, привет, Белла, моя любовь. Привет, чао! Блин, хочется... Так, как цыганка сегодня? Почему как цыганка? Я и есть цыганка. Ай, на-не-на-не. Да нет, на самом деле я, во-первых, пипец как тороплюсь и чувствую себя дискомфортно за то, что я опаздываю. Я ненавижу опаздывать. И что еще? И все. Так, садись за баранку и умничай. Слушай, ну я и так сижу за баранкой. Очень часто. Поэтому не пизди-ка ты гвоздик. Так, очень хорошо выглядишь. Я сегодня красивая. Да, ой, да. Здрасте. Здрасте. Меня зовут Ата. Как вас зовут? Меня Тенгиз зовут. Очень приятно. Как дела? Нормально, просто ты единственный веселый в запросах. Вот я тебя и добавила. Я говорю, ты просто единственный веселый в запросах, вот я тебя и добавила. Да, что-то смотрю, скучно такое. Ну-ка добавлюсь, посмотрю. Не ожидал. Куда едешь? Я еду на работу. Где работаешь? Ну, правильно, все снимается. Че? Ну, съемки у меня сейчас будут. А, я что-то видел, у тебя последний раз пост был какой-то, где ты там покрывалом, одеялом, что-то укрываешься, вся обнаженная была. Я еще ответил тебе, ты ничего не сказала. Что? Я тебе ответил еще на историю, а ты мне ничего не ответила. Почему? Ну, я тебя не видела даже, я тебя первый раз вижу в жизни. Да? Я думал, мы часто виделись уже. Да? Ничего себе, ты фантазер какой. Так... Все, слава богу, это закончилось. Так, ну чё? Да, тебе нравится девушка Валеры? Слушай, ну моя девочка, мне какая разница, нравится мне, не нравится мне, чё? Мне абсолютно пофиг. Главное, чтобы ему нравилось. И всё, всё остальное, в принципе, не важно. Зачем? Не будет, короче, отстоять. Фантазер, ты меня называла. Да, я как мы с тобой часто виделся. Каждый день с ним виделся. Кто не день, то вижу его. И так каждый день, девочка. Так, подождите, я свою попалку возьму. Теперь что-то слишком далеко. Я сижу, ни хрена не вижу. I love you so much. Thank you. But I have no idea how you can love me if I'm always speaking Russian here and you're not understanding anything. When the sun hates the moon? I have no idea. Так, you're beautiful. Thank you so much for the compliment. I really love it. Таточка, красотка. Галинечка, привет. Спасибо большое. Тат, когда в США? Не знаю. Вот уже не знаю. Уже пока не знаю. Сейчас немножко жизнь меняется. Играет новыми красками. Поэтому не знаю. Так, привет из Англии. Привет, Англия. Черт, это моя мечта туда приехать. Я так хочу в Англию. Просто с ума схожу, как сильно хочу в Англию.
Я не готова сдавать свой паспорт на визу аж на 4 недели. 4 недели это слишком много. Так, вы очаровательная девушка. Благодарствую. Приносим полет. Блин, у меня осталось 10%, оказывается, я в шоке. Черт, у меня осталось 10%, и я не взяла зарядку на телефон. Сейчас придется выйти, девочки, мальчики, потому что у меня зарядки нету. А ехать мне, как вы понимаете, еще как бы 300 тысяч лет. В пробке, да. В одном ряду просто стоим. Все правильно прочитали по моим губам. Так, у тебя два телефона? Нет, у меня один телефон. У меня было два телефона, у меня был XS Max и вот этот 11 Max Pro. Но я продала вообще... Десятку отдала маме, XS недавно продала и купила бы эти iPad. И себя оставила вот 11-ю прошку Max. Кстати, мне не привыкла уже к новым телефонам, если честно. Мне немножко, конечно, не хватает прям. То музыку хочется включить, то еще что-то. Но в целом нормально. Зато у меня есть iPad. На самом деле, он тоже ей нахрен не нужен. Мне так жалко его, он его так херачит. Я хочу что-то сейчас ей дешевенько купить надо, iPad себе оставить. Просто жалко. Во-первых, он последний, а во-вторых, она все равно ничего не понимает. Хотя она реально научилась пользоваться, так смешно. Она прям умеет пользоваться iPad. Она вводит пароль 000, типа, она этот включает YouTube, мультик. Ну, молодец, такая смешная. Так, короче, на обратном пути поеду на машине 100%. Не могу. Слушайте, блин, у меня что-то права так разъехались. Ничего мне за это не будет. Не видно. Как будто пленочка чуть-чуть отошла. Слушайте, мне знаете, сколько категорий вообще сохраняете? У меня категория B, категория B1, категория C и категория C1. Так что я могу водить КамАЗ или... Как его называют... Есть КамАЗы, есть еще что. Короче, могу работать дальнобойщиком, девочки. Кому интересно, пишите. Так, похоже на новую девушку Кадони. Слушайте, это Кадони, девушка похожа на меня. Потому что когда, блядь, пришла его девушка, когда я пришла тоже. Хотя, кстати, она вообще с ней не похожа, но считаю ее очень симпатичной девочкой. Кстати, она мне больше всех нравится. И еще у меня есть подружка одна, Юля, они очень похожи. Но Юля, конечно, краш, потому что Юля... Блин, Юля какая-то такая прям красивая. Постоянно погоняем на КамАЗе. Ну да, кстати, это вообще прикол, кстати. Если я сяду за такую баранку. Хотя, когда-то я водила очень много лет назад, сколько мне уже, почти 10 лет стажа, и когда-то я водила автобус такой смешной, маленький, зелененький. Но не такой, конечно, огромный, а просто обычный маленький автобус. Volkswagen. Я вот на нем гоняла, такая крутая. У меня были разного цвета колготки в те времена, такие модные стали, я привезла. Одна нога была черная, другая белая, и я такая ехала на этом автобусе, на тусовочке. Была самая модная, самая крутая.
Все на меня так смотрели, я выходила в своих стразах из этого автобуса. Это, конечно, было прикольно. Вот. Потом уже у меня был, после автобуса уже я ездила на Воге, Ренджике, а потом уже вот купила себе Марсик, а потом вот на ногах как бы, блядь, теперь езжу. Все-таки отлично. А я на погрузчике работала на производстве 3 года. Охренеть. Охренеть. Ну вообще, девочки, знаете, не надо выбирать мужскую профессию. Ну хотя не надо, может, это безысходность, но с другой стороны, можно же другое что-то выбрать. Что мы иногда выбираем, блин, мужское что-то. Энергетику надо женскую держать. Где Марс? Где Марс? Где мой Марс, не спрашивайте. Он отдыхает. Так, ты очень красивая. Глаза обалденные, как змея. Прям обалденная. Спасибо. Так, сегодня проще себя ведешь. Кстати, неправда. Сегодня как раз-таки я не проще себя веду. Проще, чем сегодня. Сегодня у меня просто настроение не очень. Сегодня я в предвкушении воеводов. Так, с кем говорит-то? Меня ждет Руслан. Еще 10 минут мне ему ждать. Сегодня как бы я вот там вообще не могу, потому что я опоздала на час. Теперь нигде Бася, где Руслан? Руслан меня ждет на Никольской. Я сейчас туда еду. Так, где будешь праздновать 27 лет? Нигде не буду праздновать, вообще нигде. У Руслана еще 27 числа будет день, когда ему типа подписчики будут командовать, что делать. Я вообще не знаю, они будут ему командовать, а я что буду, блин? Как будто у них день рождения. Как будто у них день рождения. А я что? Я ничего, блин, я не буду отмечать. В этом году делать очень... Есть кое-что поважнее, к сожалению. К сожалению. Так, сколько зарядов? Это вообще по-божески. Еще можно 3 минутки посидеть и скакать. Так красиво там. Путин, привет. Ой, а здесь мне платье шили в модном сезоне. На свадьбу. Хочу кофе. Просто если ты меня видишь, ты можешь мне кофе взять, пожалуйста? Я просто видела, что ты зашел, ну, до этого. Сейчас, может, уже вышел, конечно. Мне просто хочу кофе очень сильно. Латте и 2 сахара. Благодарствую вас. Почему не говоришь про завтрашний день рождения? А у меня он не завтра, у меня 27-го будет день рождения. 27 числа исполнится 27 лет. Вот. Так что я еще молода, амбициозная, и вся жизнь у меня впереди. Так. Извините, правильно показывает. Сейчас направо, смотрите направо, да? Я не в курсе, как навигатор, как вот. Ну, главное, чтобы Никольская 10 была забита, как вот он. А что там по адресу находится? Не знаю, мне просто нужно конкретно Никольская 10. Так, где реснички-то? Только замуж не выходи. Почему ты не хочешь, чтобы я замуж вышла? Ты мне это, кстати, не первый раз уже говоришь, сыночек. Как это так? Почему ты не хочешь, чтобы я замуж вышла? Ну где-где точно не в Софии сегодня свадьбу праздновать? А то... А где будем?
Не знаю. Чуть новенькая. Хочу на травке в свадьбу. С красивым оформлением. Прямо. Да нет, вы видите, как показывает, что вот она здесь где-то. Ладно, ребят, я сейчас вам перезвоню. Либо в объезд ехать. Ладно, давайте проедем так. Здесь вообще новая площадь. А он дальше, он сейчас показывает поворот направо. Ой, я думала лет 35, блядь. Ну пиздец, я тоже думала, что вам уже лет, блядь, под 40 лет, под 90, и все уже. Завтра пойдем кисель варить вам. Чего херню несете? Сейчас на Ильинку свернем, а то какой-то направо какой-то. Так, почему найдем тебя хорошего? Так куда, о чем не с ним делаем? У нас с ним интересы не совпадают. Так, привет из Уфы, привет, Уфа. Так, мне осталось ехать 4 минуты. Как ляпните? Не для себя. Ну, просто понимаешь, что вот херню несут, вот лишь бы, блядь, задеть. Вот сидишь там, вот овца прыщавая, ну реально, вот ну, зачем такое говорить? Я думала, тебе, блядь, лет 50, ну пипец, блядь. Прямо вот на лице написано, что мне лет 50, конечно же. Так, Таточка, красотка, спасибо большое. Главное, красивая и молодая. Так. Какая критика, дай бог, вы всем так выглядите. Я тоже так считаю. Дай бог, но не всем, но многим. Я подъеду, блядь, к пункту назначения, и у меня зарядка сядет, я никого не найду, меня все будут проклинать. Вообще просто вся съемочная группа, Руслан, они все меня будут проклинать, говорить, какая я вообще в натуре старая карга. Так, все, товарищи, мои друзья, я, короче, подъезжаю, я сейчас уже выйду, потому что надо мне сохранить, там-то еще есть. Можно истратить еще два. Ой, у меня все сообщения застыли. Так, искусственная кукла, да-то я не замужем, таких не берут. Только поезд. Ой, блядь, а тебя прям старуху прям ебать каждый день хотят. Прям я не могу. Пипец тебе прям, блядь. Секс-символ там, хуй же, блядь, морщинистый. Просто твой мужик, блядь, к такой, вот, другую женщину не потянет, кроме тебя, блядь, в сраной старухе, к сожалению. Может, тебе нихера не надо, блядь, тебе дай вон. Лишь бы он на диванчике рядом лежал и пиво пил. Так, ну что у нас, где Никольская? Это есть сейчас как-то минут. Там показывают в конце улицы и налево будет здание. Просто Никольская, она пешеходная же. Так не сказать. По-любому. Но это вообще не важно. Когда ты ругаешь. Я не люблю ругаться, но просто бесит, когда такой хер пишет. Мне просто иногда вообще не ругаюсь, но мне иногда не хочется ругаться. Когда я отвечаю, то я, знаешь, потом мне тоже хочется выписывать эмоции.
Все, вижу тачку. Здесь? Ну, чуть-чуть прямо проедьте, вот там около зеленой машины остановите меня, пожалуйста. Ну, я туда не смогу проехать. Вот здесь остановите. Все, благодарствую вас. Все, ребят, я похожу, короче, целую вас, я перезайду. Так, завершу.